Как развивается Самарский район? Как на территории района реализуются проекты «Комфортная городская среда» и «Содействие»? Какие первостепенные задачи сейчас стоят перед районом? Смотрите программу «Совет моего дома» 5 октября в 19:30. Гости в студии: Роман Радюков, глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, и Владимир Овсянников, старший по дому номер 61А по улице Степана Разина.